В полуфинале Кубка Кубков Депортиво в бело-синей форме имел преимущество над Пари Сен-Жермен. Бебета не переиграл в ближнем бою вратаря французов, а добить было некому. То же самое случилось позднее, когда Фран, потерпев неудачу на линии вратарской, сбросил мяч в центр. Кроме рук Бернара Лама, в центре ничего не оказалось. Форварды Депортиво легко переигрывали защитников, но систематически уступали вратарю. Фран вяло пробил штрафной, а у добивавшего мяч Бебета прицел сбился вверх. В самом конце матча Джаркаев наказал испанцев за расточительность, поразив дальний угол ворот Лианью 1-0 в гостях.